Да как нет. Оно, ничего? У меня потихонечку. Велик нашелся, смотрю. Да. Вернули пропажу? Да. Ну я знал, Олег, что он найдется. Что там нахуй у тебя? Надо... Блин, я с магазина выхожу, блин, велосипеда нету. Что там у тебя за баулы? А? Блин, мамки зерно везу, блин, шва. Курей нечем кормить. А там занавески какие-то, да? Занавесочки новые, обновка же нужна. Заебись. Вот они. Хорошо. Ты как вчера доехал до дома? Отлично. О чем? На попутках. На попуточках? На. Ничего, жена не ругалась? Вообще, ой, конфеты. Спасибо. Красиво. Дорогие конфеты. Дорогие? Спасибо. Дай покуриться, пожалуйста. Бля, а Юру я поймаю, бля, с этой грешницей, в которой мы велосипед ебнут. Пизы получится. Думаешь, он ебнул? Он. Его здесь уже нет. Он сейчас на поселение уехал. Юрку на поселке в Ленинске сейчас. Их двое, Юр. А, ты про другого Юрка? А того нету. Ну хорошо, хоть велик нашелся, Олег. Ё-моё. Мы все переживаем, блядь, как ты там. Она сегодня даже мамка твоя. Откуда она узнала, я не знаю. Вот чуть-чуть, правда, велосипед, я говорю, да. Ну, нашелся и хорошо. Друзья, велодрон у Олега на месте. Олеган в полном порядке. Полный. Класс. Молодец. Ты хоть помнишь сейчас, что в гости приезжали из Башкирии? Да. А пацаны из Жирновска, помнишь, приезжали? Смутно. Смутно уже? Ну, ножик так, мне так... подарили, помнишь? Ну, тебе, да. Ну. Это, Сань, надо сейчас к тебе... Денег тебе дали, помнишь? Ты ж пиво покупал. Ну, вот это что, вот этот пиво мне и срубил. Ну, не покупал. Чего ж ты брал его, блядь? Ну, сегодня пошел, подзаработал. Короче, вел ты вчера себя не совсем достойно, Олег. Не совсем достойно. В пьяном угаре. Явился ну, навстречу, блядь. Сказал, не пей ничего, блядь. Ты уже зарядился. Сань, со всеми бывает. Ну, с кем не бывает, блин. Это раз, и это редкость такая. Надо исправляться, Олег. А надо сейчас, надо поменьше, все. Вот со следующего месяца. Жизнь семейная. Следующего месяца вообще. Жена беременная. Свадьба на носу. Вот, я ей даже таблеточку купил. Таблеточки взял? Да. Панкреатин. Она мне попросила. Это чего? Ну, пищеварение, желудка, от головной боли и все, от того остального. Комплексное, все вместе. Я понял. Нет, блин. 485 рублей упаковка вот эта. Ты домой сейчас прешь, все, разгружаешь пиво и домой? Смотри, пиво не бери, Олег, не пей больше. Нет. Все хорошо. А мне вон грузы везти, блин, какой там нахуй. Здорово, блин. Здорово. Мне вот это довезти. Я рад, Олег, что у тебя все хорошо. Что ты груженный опять. Я мамке пообещал, я не могу избрехать, блин, я сказал, я ей сегодня привезу, значит, привезу. Теща? Да. А я ее называю мамкой. Яички же любишь, Олег? Ну, а кто их не любит? Тем более домашние, куриные. А ты насчет этого дела задумайся. Не ссы. Такой, знаешь, белобрысый, блин. Не ссы, Олег, разберемся. Ерунда. Я тебе его как-нибудь покажу. Да, да, хорошо. Здравствуйте. Привет. Ну давай, Олег Иванович, пойду я тоже по своим делам. Делай вещи. Не бедокурь больше. А мне нечего, я чист. Самое главное, знаешь что? За метлой следи, не забывай. Вот да. Понял? Олег. Метла. Метла, Олег. Метла может сгубить. Это да. Сгубить может метелка, Олег. Сегодня, вчера смотрю, ругался. Сегодня приходит ко мне. Вернись домой, пожалуйста. Помирились? Она такая на меня. Вернись. Я говорю, все хорошо будет. Я говорю,
Я говорю, вы, наверное, своей жизнью живете, я своей живу. Я живу с девушкой, я вам же не мешаю, нет. И вы, наверное, мне не мешаете. Ну, мать вот волнуется так. И беспокоится все равно за тебя, Олег. Да что, понимаешь? Моя мамка волнуется. Все волнуются, Олег. Олег, денег дала? А? Денег дала? Нет, я еще там не закончил. Иди, доделывай, Олег, все, а то, да, отвлекаю я тебя. Там осталось там чуть. Доделывай, Олеган, все, давай, будь здоров. Погнал я. Нет, Олег.